Югорская дзюдоистка одержала победу на всероссийских соревнованиях. В Красноярске в самом разгаре турнир по дзюдо памяти Геннадия Михеева. За медали здесь борются спортсмены не старше 16 лет, а их, к слову, около 400, что является рекордом турнира. В первый соревновательный день Ангелина Жукова из Нижневартовска одержала уверенную победу в финале и завоевала золотую медаль. Девушка выступала в весовой категории до 52 килограммов. В финале ей противостояла соперница из Иркутска. Югорчанка уложила ее на лопатки. Кроме того, Ангелина благодаря этому триумфу получила возможность выступить на первенстве России, которое пройдет в Барнауле.